По прибытии в конечный пункт назначения в США, представитель агентства по переселению или ваш родственник, проживающий в США, если таково имеется, встретит вас в аэропорту. Вас привезут в безопасное жилье, отвечающее санитарным нормам, которое было подготовлено для вас и вашей семьи. Жилье будет оборудовано необходимой мебелью, бытовыми предметами и продуктами питания на первое время. Вскоре после прибытия вы встретитесь с сотрудником агентства по переселению. В течение первых 30-90 дней агентство по переселению будет оказывать вам услуги по приему и размещению и окажет содействие в доступе к бытовым услугам. Задача сотрудника агентства по переселению – оказывать вам помощь и быть вашим основным контактным лицом. Сотрудник поможет удовлетворить ваши неотложные потребности. Не беспокойтесь, если вы не можете говорить по-английски, поскольку при необходимости, при оказании требуемых услуг, будет обеспечиваться перевод. Каждый взрослый член семьи получит небольшую денежную сумму на личные расходы. Вам также будут предоставлены продукты питания или пособия на продукты питания в соответствии с размером вашей семьи. Сотрудники помогут вам подать заявление на карточку социального страхования, которое необходимо при трудоустройстве и получении других услуг в США. Они помогут вам записаться в программу службы по трудоустройству, которая поможет вам в поиске работы. Поиск, получение и сохранение работы будут играть важную роль в будущем и благосостоянии вашей семьи. Занятость является скорейшим путем к независимости и необходима для достижения успеха. В США посещение школы всеми детьми обязательно. Вам будет оказана помощь в записи детей в государственные школы, которые являются бесплатными. Если вы и ваша семья не говорите по-английски, сотрудник агентства поможет вам найти курсы английского языка и записаться на них. Они помогут вам и вашей семье пройти начальный медицинский осмотр и объяснят вам, как получить доступ к медицинским услугам и оплачивать их, когда это необходимо. Они также помогут вам подать заявление на медицинскую страховку, если страховка не обеспечивается вашим работодателем, или подать заявление на государственную медицинскую страховку, если вы имеете право на ее получение. Отделение агентства по переселению проводит лекции по ознакомлению с культурой, которая является продолжением лекции, которую вы посетили ранее в центре переселения. Эта лекция поможет вам узнать больше о вашем новом месте жительства. С момента прибытия в США вы защищены теми же законами, которые защищают всех жителей США. Вы узнаете о своих правах и обязанностях законного жителя и о том, как получить доступ к помощи, если она вам потребуется. В течение первых 30-90 дней приема и размещения сотрудники агентства по переселению будут работать с вами над разработкой и выполнением плана, который поможет вам достичь независимости. Если потребуется дополнительная помощь, по прошествии первых 30-90 дней они направят вас в другие общественные или государственные организации. После года пребывания в США вы и члены вашей семьи должны будете подать заявление на получение статуса постоянного резидента. Через 5 лет после прибытия вы можете подать заявление на получение гражданства США.